Всем привет! Ну что, сейчас сделаем холодный запуск машины Меган 3. Еще не завозил. Вернее, не заводил. Значит, вчера было 0. Сегодня давайте посмотрим, сколько нам покажет градусник, если он что-то покажет. Ну, типа минус 16 сегодня. Короче, давайте заводить машину. Сцепление тугое, все нормально. Заводим. И вот так вот, если вы видите дымочек, это первый дымок. Машина без сажевого фильтра. Вот так вот она дымит. Вчера был 0, сегодня минус 16. О, давайте глянем температуру. Температура по бортовому минус 15. Легко. Легко завелась. Ребят, в общем, интересная ситуация. Вон моя Реношка, да, которую только что я заводил, она показала минус 15. Завел вторую бензиновую. Ценник второй. 1.6. Он показывает минус 18. Ну, где-нибудь можно считать среднее. Между минус 15 и минус 18. Пусть будет минус 16. Так что вот так вот. Все машины завелись спокойно, легко. Самое главное, чтобы всегда было залито нормальное топливо. С учетом условия эксплуатации. В дизеле у меня добавлен антигель. Ну а бензин такой фишки не требует. Главное — свежие свечи, свежее масло и так далее и тому подобное. Всем привет! Всех с Рождеством. По крайней мере, у меня Рождество. Итак, сегодня у нас холодный запуск дизеля Меган. Вон еще есть ценник. В общем, давайте Меган сначала запустим. Холодно. Снег идет. Значит так. Все немножко позаметало. Запускаем наш дизельный Меган. Сцепление жесткое. Так, вылетела ошибка. 18 градусов мороза. Давайте сделаем не так. Все, машина завелась. Правда, немного нестабильно работает, но... Хотя почему нестабильно? Стабильно. Нормально для дизеля. Все, дизель работает. Если дизель завели, значит все окей. Ошибка пропала. Слава богу, ничего тушить не надо. Пошли заводить ценник. Итак, заводим наш ценник. Первый раз не захотел. Второй раз. Кстати, этот показывает минус 20. Ладно. Ну что, народ, не смог я завести бензиновый ценник. Не знаю почему. Он даже не хочет схватывать. По
вылетали ошибки. Ну, в общем, сейчас будем снимать и ошибки идти. Возьмем там ELM-овский свисточек, будем снимать ошибки. Ну и, слава богу, есть второй аккумулятор. Не знаю, провода есть или нет, но и есть зарядка еще. Будем как-то сценик оживлять. Не знаю, посмотрим. Продолжаем. Итак, народ, всех приветствую. Смотрите, сейчас 18. Но это я остановился и чего-то так показывает 18. Вообще, сейчас около дня, часа дня. Не смотрите на эти часы, они абсолютно неправильные. Снимал аккумулятор. Очень долго и нудно заводил машину. Очень долго и нудно. Пробег 70 тысяч. Сценик второй 2006 или 2007 года, уже не помню. Неважно. Не хотел почему-то или накачивать топливный насос, не знаю. Почему, в общем, использовал вот такой вот быстрый старт. Слава богу, он был, ну, реально помог. Реально помог запустить машину. В общем, сейчас я ее не глушу. Как бы машина работает. 18-19 градусов мороза. Высадил аккумулятор. Спасибо, что у меня была зарядка. То есть дизель мой завелся хорошо, а вот машина сестры, этот сценик, завелась не очень. Как бы стартер маслал в режиме нон-стоп, она просто не хотела, даже не было попыток вспышек. Блин, жалко, что про быстрый старт вспомнил только аж в конце. А так, пробовал бы завести с ним. В общем, посадил аккумулятор, подсоединил зарядку, попшикал быстрым стартом, подождал полчасика и с полтычка машина завелась. До этого маслал, ну, наверное, попыток было 30-40, вообще ничего не происходило. Маслал впустую. Сейчас сижу, грею машину, ну и как бы не глушу, чтобы продолжал заряжаться аккумулятор. Вот такая вот была эпопея, народ. Я не знаю, что это у меня второй раз уже с сцеником. Дело в том, что я не могу понять, почему такое происходит. Может, кто-то подскажет. Реально, машина не хочет заводиться. Давайте я отключу обдув, вот хоть на минимум был. Просто машина не хочет заводиться.